Они снова танцуют вальс, словно не было этих долгих лет совместной жизни. Золотые и изумрудные юбиляры, благодаря чему они сумели сохранить семью и принести через годы любовь и взаимоуважение друг к другу. У каждого свой секрет. За все вот эти уже 55 лет он ни разу не назвал плохим словом. Наверное, надо уметь уступать в чем-то друг другу. Молодец. Жена должна быть чуть-чуть подслеповата, глуховата и чуть придурковата. Мы не ссоримся, не ругаемся, не ругались никогда. Секрет такой. Больше молчать. В основном молчать. Перемолчали, никаких руганий, ничего. Не поднимать. Прошло 15 минут, у него характер такой, я молчу. А он помолчит и через 10 минут, как будто ни в чем не бывало. А потом, можем поговорить. На торжественное чествование юбиляра в семейной жизни в Орехово-Зуевский ЗАГС пригласили 9 супружеских пар. Почетным гостем праздника стал глава округа Руслан Заголовацкий. Вы являетесь примером для молодого поколения, которые только-только вступают в совместную жизнь. Я желаю вам всем крепкого здоровья, бодрости духа, конечно же, семейного уюта. Пускай ваши близкие люди всегда будут с вами. И спасибо вам за ваши даты. Поздравляю. Глава вручил юбилярам поздравительный адрес и приятные подарки. Супруги, в свою очередь, пообещали собраться в ЗАГСе вновь на следующем юбилее совместной жизни.